живу в секторе Газа. Я в районе Ремель, который подвергался бомбардировке второго дня этой войны. В результате чего моего дома был разрушен полностью. Из-за чего мы поехали на юг Газа. Но все равно там, хотя нам сказали, что там будет безопасно, но все равно там нас бомбили еще раз. И у меня сын погиб. Мы никогда не видели такую ужасную войну. То, что происходит в Газе, это легко сказать катастрофа. Это намного больше, чем катастрофа. И сейчас мы вот находимся на границе, собираемся въехать из нашей родины, второй родины России, с больным сердцем. Мы этого делаем, потому что мы здесь оставили наши родные. Оставил мою мать и братья. Это очень ужасно. И мы не знаем, что с ними будет. Ну все. Вот что я могу сказать. Спасибо.